Друзья, приветствую вас у себя на канале. Сегодня будем готовить рыбу. У меня рыба форель, по-армянски ишхан. На пасхальный стол, на Пасху, по обычаю, в Армению обязательно ставим рыбу. У меня чуть больше килограмма. Будем готовить очень легким способом, но получается очень и очень вкусно. А перед тем, как начать, не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк, если вам видео будет полезно или понравится. И пишите комментарии. Первым делом солим рыбу. Рыбу солите по вкусу. Но мало тоже не добавляйте, потому что если мало будет соли, тоже будет невкусно. Рыбу солим со всех сторон. Перчим. У меня черный перец. Хорошенько со всех сторон надо посыпать перцем. Соль и черный перец вот хорошенько вот так растираем в рыбу. После этого открываем желудок и добавляем зелень. Очень вкусно со эстрагоном. Попробуйте. Хорошенько добавляем всю зелень. Нарезаем рыбу на кусочки, но не до конца, до позвоночника, да? Вот так. Делаем надрезы, если точно выразиться. Вот так. Не до конца. Делаем вот такие надрезы. После этого берем противень. Я уже застелила противень пергаментной бумагой. Ставим рыбу на противень. Перекладываем рыбу в противень. Нарезаем лимон пополам. И на такие тоненькие дольки. Вот такие. И нарезанный лимон выкладываем вот в эти отверстия нарезанные. После того, как лимон вставили в надрезы, несколько ломтиков ставим в живот. Вот так. Рыбу поливаем маслом. У меня растительное. Обильно поливаем маслом. Закрываем фольгой. И ставим разогретую духовку на 200 градусов на полчаса. Через полчаса вынем, снимем фольгу, оставим на 10 минут, и рыба будет готова. Тем же способом готовлю рыбу сик. Нарезала уже на кусочки и в каждую рыбу ставлю зелень. Поверьте, очень вкусно получается с эстрагоном. Кажется, эстрагон родился только для рыбы. Очень вкусная зелень. Вот так, в каждый кусочек рыбы ставим зелень. После того, как всю рыбу во все кусочки положили зелень, вот так между рыбами ставим несколько кусочков лимона. Лимон тоже очень вкусно подходит к рыбе. Попробуйте обязательно при варке добавить хотя бы 2 ломтика лимона. Очень вкусно получается. Добавляем несколько буквально кусочков. Добавляем немного черного перца, не молотого. Добавляем соль.
равномерно соль посыпаем, потому что воды будем добавлять очень и очень мало. После того, как добавили соль, добавляем воду. Воду должны добавить столько, чтобы закрылась половина, да, рыбы. Чтобы оно буквально варилось на пару. Вот столько. Добавляю кусочек сливочного масла и немного растительного. Все это ставим на огонь. После закипания пробуем на соль. Я рыбу варю не меньше полчаса. Полчаса или 40 минут. Посмотрим, будет готово. 30 минут рыбу вынимаем из духовки. Снимаем фольгу. И опять на 10 минут ставим духовку. Не больше, на 10 минут. Наша рыбка уже готова. В общей сложности готовила 45 минут. Полчаса с фольгой, 15 минут без фольги. Сейчас рыбу перекладываю в блюдо. Вот такая вкуснота и красота в итоге у нас получилась. Очень вкусно. Попробуйте и вы по этому рецепту. Получается очень вкусно. И рыба сик тоже получается очень вкусно. Эстрагон придает очень приятный вкус. Символ Пасхи. Мы покрасили яйца. Украсили зелень. И приготовила плов. Плов у меня есть на канале. Заходите, смотрите. Сегодня приготовила только с изюмом. Очень вкусно получается. Надеюсь, вам понравится мои рецепты, и вы тоже приготовите по этим рецептам. А кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И поздравляю всех с Пасхой. Всем пока-пока.